пытается уйти от Дмитрия Вишневского. Шайбу забирает себе Максим. Прострельная передача в сторону ворот. Не доходит шайба до пятака. Шелунов из борьбы не выключается. Дальбек от красной линии бросает шайбу в зону атаки. Вишневский. Телегин. Бросок Сергеева, подставлена клюшка, рикошет и Гудочек! Да, и вы знаете, коллеги, Леша, Кирилл, вот чтобы Спартак даже какой-то запаха, какой-то инициативы не почувствовал в своих руках, ЦСКА по этому поводу тренеры, соответственно, заставляют своих игроков глубже уходить в зону атаки.